В Малом зале Дворца культуры «Спартак» была проведена диалоговая площадка взаимодействия молодежи с государственными и негосударственными секторами общества по решению местных проблем. Гостями мероприятия стали представители Ставропольского края, заместитель министра по национальной политике Республики Дагестан, первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, а также руководители и студенты СУЗов города. В приветственной речи Бадыр Ахмедов поблагодарил присутствующих от имени главы города Хасавюрт Зайнуддина Акмазова за предоставленную возможность молодым людям из различных субъектов быть вовлеченными в совместную деятельность, позволяя повышать уровень доверия друг к другу. От имени главы города Акмазова Зайнуддина Дамирбековича приветствую вас, молодые посетители. Особо хочу ответить и пожелать организаторам этого мероприятия всех благ. Мне приятно сегодня присутствовать на этом мероприятии. Желаю участникам и организаторам этого мероприятия те идеи, которые мы с вами будем здесь вносить на обсуждение, чтобы они реализовались, успеха и всех благ. Далее в рабочем порядке координатор проекта «Вместе мы Россия» по Республике Дагестан Умар Джафтаев представил участников диалоговой площадки и руководителей молодежных центров среднеспециальных учебных заведений города. Данное мероприятие проводится в рамках реализации проекта «Вместе мы Россия» на средства государственной поддержки, выделенных Общественным фондом «Национальный благотворительный фонд» в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. Руководитель проекта «Вместе мы Россия» Владимир Сухов представил краткую презентацию данного проекта. Проект реализуется в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации. Мы все знаем, что ежегодно выделяются средства достаточно большие. В прошлом году было 9 операторов, и было много денег. В этом году говорят о том, что будет 4 миллиарда рублей и будет один оператор. Но может быть эту сумму увеличить. И очень важно, чтобы в каждом городе, в каждом субъекте были общественные организации, которые понимали, как работают эти механизмы и как привлекать средства, президентские средства, на решение каких-то конкретных вещей. По словам организаторов, цель проекта «Вместе мы Россия» заключается в формировании апробации и обобщении эффективных моделей и технологий, вовлечении молодежи в процессы достижения и сохранения общественной безопасности. Реализация проекта будет содействовать созданию многоуровневой системы по формированию социально-общественного и морально-нравственного поведения молодежи. Проект очень важный, и он важный не только на Северном Кавказе, но и по всей России. Вот тут уважаемый Артур Александрович сказал, что в этом году порядка 4 миллиардов рублей выделено на проекты. Я думаю, что по Северному Кавказу они должны быть увеличены в разы, потому что та обстановка, которая сегодня имеется на Северном Кавказе, она, если мы думаем, что все спокойно, отнюдь не так. Конечная цель проекта будет достигаться путем решения таких задач, как практическая работа с молодежью по разработанным и утвержденным планам в каждом из учебных учреждений. В ходе решения данной задачи более 200 молодых людей получат новые знания и расширят свой кругозор. В сфере общественной дипломатии, социального проектирования, командной работы получат практические навыки и сформируют опыт взаимодействия и сотрудничества с органами местного самоуправления. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».